Нейропсихология. Так часто мы слышим слово нейро, и так часто мы сталкиваемся с нейронными сетями, нейронными связями, что возникло желание поговорить и в нашей передаче с точки зрения веры, с точки зрения антропологического наблюдения об этом чудесном явлении. Смотрите нас в передачу «Просто о вере» в понедельник, 16 числа, в половину восьмого вечера.